Я плачу, наверное, первый раз на глазах за всю свою историю. Меня никто не видел со слезами. Дело в том, что сейчас, когда мы приехали покупать машину, мужчина достал пистолет, стал угрожать нам с ребенком и забрал деньги. Но деньги — это не важно, важно то, что мы были с ребенком. Это было очень страшно. Это не сравнится ни с чем в жизни. Я вам честно скажу. Ему было все равно. И это очень хороший район Лос-Анджелеса. Сейчас мы отошли и ждем полицию. Он сказал, что если мы что-нибудь сделаем, он нас убьет, но мы же не... Уже три машины с нами. Случилось все вот там вот. Вот видите, вот там все случилось. Ну вот ей подарили такие наклеечки полицейские. Сказали, что теперь она маленький шрифт.